Друзья мои, всем привет! С камеру подстрою. Так, сегодня у нас такое стандартное начало видео. Значит, что будет в сегодняшнем видео? Сегодня будет два подбора автомобиля. Один подбор будет автомобиля без клиента, да. В процессе видео я расскажу, как это делается. Второй подбор автомобиля будет с клиентом к нам. Значит, приехал подписчик, приехал Андрей с супругой, мы будем искать автобус. Будем мы искать Esquire, не гибрид, двухлитровый. Бюджет на автомобиль хороший. Значит, в чем заключается эта услуга? Вы приезжаете, мы встречаемся с вами на авторынке «Зеленый угол». Друзья мои, идем по всему рынку, Можем ходить один раз, можем ходить два раза. Если на рынке мы автомобиль не находим, мы прыгаем ко мне в автомобиль, едем, ищем автомобиль по городу. То есть машины посмотрим абсолютно все. Дальше, значит, автомобиль мы с вами находим. Если нужно поставить на учет, ставим на учет. Нужно поменять масла, меняем масла. Нужно обслужить автомобиль, обслуживаем. Поменять резину, меняем резину. Обклеивать, обклеиваем автомобиль. То есть эта услуга фактически, да, фактически она на целый день. На такую услугу нужно записываться заранее. Большая просьба. Пишите, звоните заранее. Мой номер телефона указан в описании видео, в описании этого видео. И в принципе он указан в описании канала. Также я напоминаю, то, что через меня вы можете привезти автомобили с аукционов Японии. Более подробная информация, опять же, либо в описании переходите по ссылочке, либо пишите мне WhatsApp за более подробной информацией. Все, погнали на авторынок «Зеленый угол». Нашли один вот такой неплохой. Значит, он 19-й год идет, двушечный, передний привод, 4,5 балла, новая морда у него. Ну, естественно, это будет новая морда. На штатном литье, значит, резина у него 21-й год. Хорошая резина, не ржавый, от слова совсем. В общем, определились на автобусе. Шикарное, конечно, состояние салона. 50 тысяч пробег, две печки, два монитора. Ну и по стоимости он 2 150. $2 150 000. Есть у нас еще один там хороший с пробегом 23 тысячи. Вот сейчас потихоньку двигаемся в ту сторону. Ну да, это его все. Вот он, лист отрывной. Круиз, кожаный руль. Значит, вариатор, двухзонный климат-контроль. Шикарное состояние салона. Значит, 19-й год, 4,5 балла, пробег 23 тысячи, 2 миллиона 160 тысяч. На дроме стоит 2170. 4,5 балла, но у него есть два крашеных элемента. Крыло. Задняя левая и задняя правая дверь. Немного есть шпаклевочки. Все бьется по аукционику. Здесь Алькантара. Ну, тоже максималка. Все подогревы, два монитора, две печки. Кожаный руль. Хорошее состояние. 23 тысячи пробег. 23 тысячи пробег. Сзади метла у нас. Дворник. Оп, откроется. Откроется. Значит, здесь удобно, да, то, что... Машину купим, еще взрывчик такой сделаю. То, что сиденья крепятся практически вот туда. Ну, не заподлицо, но багажник такой объемный получается у нас. Значит, по низу машину посмотрели. Блестит. Ну, вот что-то немного смущает. Окрас вот этот небольшой. Но все бьется по статистике, все пробивается. Значит, резина. 195 65 15, 19 год. Вот здесь немного есть, но так в остальном все шикарно. Две двери, система безопасности, стеклоподъемники в одно касание, столик, подогревы. 23 тысячи пробег.
Тоже рассматривать вариант этот будем. Здесь тоже все целенько идет. Покажу вам, что взяли. Значит, взяли Esquire. Напоминаю, изначально тоже хотели Esquire. Свежий. Значит, искали не гибрид, искали передний привод. Они идут двухлитровые. Взяли на максималках. Максимальная комплектация. То есть это полноценный микроавтобус. Три ряда сидений. Третий ряд сидений, как я вот в начале видео говорил, да, он крепится по бокам, образуется огромное просто багажное отделение. Здесь у нас есть внизу такая вот небольшая ниша. Взяли жижу-вариатор, взяли масло поменять. Но я думаю, автомобиль обслужен. Я не думаю, автомобиль обслужен. Кстати, обратите внимание на состояние именно вот дверной карты багажника, да. Она просто новенькая. Также состояние автомобиля снизу. Состояние автомобиля снизу. Значит, салон идет кожаный. Максимальная комплектация. Кстати, купили резину. Резину взяли повыше. Взяли 205, 65 на 15. Взяли зиму, Китай. Но взяли, скажем так, на перегон, да, по месту. Ребята уже будут ставить шипы. Значит, здесь у нас идет два капитанских кресла, сиденья вот эти вот, они двигаются влево-вправо, ездят они вперед-назад, да, плюсом здесь идет у нас столик, кармашек, вешалка, и столик идет между сиденьями, между кресел, и столик идет у нас вот таким вот образом. Темный потолок, две печки, два монитора. Повторяю, друзья мои, комплектация идет максимальная. Алькантара. Значит, все системы безопасности, кнопка старт, две двери, есть даже подогрев руля, круиз-контроль, стеклоподъемники в одно касание, чистейший салон. Как бы пробег на автомобиле 52 тысячи, да, то есть был выбор взять 23, да, у нас там был какой-то 23, и с пробегом 50, но вот взяло состояние автомобиля, клевый, шикарный автомобиль, вот. Реально, прям гордимся, да, то, что взяли такой вот автомобиль. Также есть подогревы сидений. Сейчас обклеим. Резину поменяли, что еще? Масла купили. И поедут у нас ребята наши. Скажут нам пару слов. Александр, спасибо большое в подборе автомобиля. Было приятно общаться. Помощь стопроцентная от начала покупки и до полного обслуживания, вплоть до замены резины, замена масла, покупка масла, обклейка автомобиля, все сопровождение стопроцентное. Прям громадное спасибо. Молодец. Супруга молодец. Довольна? Да, очень. Сколько вам ехать? 6 тысяч верст. 6 тысяч верст. В километрах это сколько? 6 тысяч километров. 6 тысяч километров. Ладно, сейчас все заедем, обклеимся, подскажу, сколько стоит обклейка, ну и покажу, как обклеили. И смотрите, да, состояние тормозных дисков, вообще состояние всей подвески, дисковые диски, колодки, они новые. То есть машина, она обслужена по Японии. Стоимость не сказал. 19-й год. 1 900. А, нифига я занизил. 2 миллиона 130 тысяч рублей. Там торг нам, да, сделали небольшой? 20 тысяч торговали. Значит, крайние такие штрихи уже, да, сейчас машину нам обклеят, морда полностью обклеивается, профессионально все это делается, то есть ничего у вас по дороге не отвалится. И все, и в путь. Стоимость оклейки такого автомобиля 4000 рублей. Значит, обклеивается капот, бампер, обклеиваются стойки и в том числе уши. Значит, машина моется на грязный автомобиль. Ничего не лепят, машину моют. После этого уже обклеивают. Собственно, смотрите, что у нас получилось. Да, то есть обклеили уши, стойки и всю морду. Друзья мои, а теперь плавненько переходим к подбору следующего автомобиля. Это подбор автомобиля без клиента, без человека. Toyota
вид, бюджет хороший, бюджет у нас 800 тысяч с небольшим хвостиком, нужен хороший, адекватный автомобиль с чистеньким салоном, по комплектации, ну, ребят, все как обычно, чем круче комплектация, тем лучше. Здесь будем стараться найти на сонарчиках, естественно, с камерой, ну и пожелание такое мультируль, еще и белый цвет. Этому будем особо уделять особое внимание. Пока переходим, предлагаю вам подписаться на канал. Кто еще не подписался, стать постоянным подписчиком, поставить колокольчик и обязательно написать комментарии. Также, друзья мои, я вам хочу напомнить, то, что через меня вы можете привезти автомобили с аукционов Японии. Более подробная информация по ссылочке в описании канала. Ну и также пишите мне на WhatsApp. Значит, есть у нас вот такой вот вид литровый. F-ка на кнопке, значит, он без литья. Основная масса этих автомобилей, они стоят без литья. Такой у него фиолетовый цвет, хромированные ручки, метла, антенка, повторители. Значит, он идет 4 балла, но вот, короче, салончик надо будет почистить, скажем так, да. Я так понимаю, машина только подошла, ее особо не готовили, руль пустой. Как бы есть предпочтение, да, по полному рулю. Значит, ребят, что касается аукционных листов, вот он настоящий, но вот в таком состоянии пришел аукционный лист. Да, то есть, видимо, лежал он там, валялся в машине, не знаю, что с ним было. Короче, машина 4 балла, пробег 68 тысяч на автомобиле. Вариатор, антиюз, руль пустой, но он идет на кнопки. Значит, по стоимости такой автомобиль стоит 785 тысяч рублей. Ну, естественно, когда его приведут в порядок, да, когда его нормально помоют, пропылесосят, там, не знаю, полирнут, вид у автомобиля будет совершенно другой. Я обратил внимание, то, что вицы есть. Раз стоит, два стоит. Вот стоят вицы, но вот темненькие все. Еще один 18-й год, но вот, допустим, вот этот вариант мы не рассматриваем, да. Смотрите, по цене он стоит 770 тысяч, да, но у него есть дефект. То есть дефект у него бампер поджатый, бампер будет под покраску. Вот здесь он отошел с креплений. Вот, это я, собственно, веду к тому, да, то, что, в принципе, ну, допустим, берем этот, да, и предыдущий. Предыдущий целый, там, на пятерку подороже идет. Да, этот как бы на ключе идет. Короче, вот такое вот тоже. Такое вот состояние автомобиля. Надо заниматься. Что, волосняк какая-то? Вообще, Vitz, да, это, ну, реально достойный автомобиль, хороший автомобиль, вот особенно для начинающего водителя, что Vitz, что Passo, двигателя вот эти 1КРовские стоят, нормальные двигателя, лейте, друзья мои, масло хорошее в двигатель, меняйте его вовремя, и ничего у вас с автомобилем не произойдет. Опять же, тоже пустой, да, ну, как бы, ладно, этот у нас не рассматривается. Вот, много машин, вот стоит, вон стоит, вот стоит, вот. Вот серенький стоит. Во время поиска автомобиля осматриваются все машины, которые есть на рынке. Все. Выбираем лучший экземпляр. Тоже пустой. Как бы я его посмотрю, но предпочтение все равно будет именно комплектации. Естественно, кузов будет у нас целый. Этот идет на кнопке закрытый. То есть хочется сонары, чтобы были датчики при столкновении, система безопасности и полный руль. Вот стоит хороший вариант у нас. Значит, 18-й год, 775 тысяч он стоит. То есть, видите, да, диапазон цен примерно он одинаковый. Сзади метла у нас, ну, все как полагается. Состояние снизу. Все довольно-таки неплохо. То есть, замечания по багажнику.
по пластику небольшие. Но, как говорится, автомобиль он не новый. Встречаются, когда приходят, практически идеальные. В принципе, вот хорошая комплектация, то, что мы ищем, не хватает еще сонаров. Я вам скажу, люди активизировались, покупатели на рынке. Туманки здесь уже поставили. Все, резина такая. Четыре с половиной балла, это F-ка, 49 тысяч пробег, 775 тысяч. Вот, кстати, тоже стоит неплохой, 3,5 балла он. Он на кнопке, кнопка старт, стоп, не на ключе. Здесь идет бесключевой у него. Полный руль. 3,5 балла. Тоже как вариант можно рассматривать. Что касается балла, предведя комментарии, 3,5 балла. Хреновый автомобиль. Друзья, это не так. Бывает машина 3 балла. Она выглядит лучше, чем машина 4 балла. Здесь уже нужно все смотреть. 82 тысячи пробег на автомобиле. Плюс одному и тому же автомобилю на разных аукционах могут дать разную оценку. Четыре балла стоит, 72 тысячи пробег. Это уже модный. Сидушки у него другие, панелька. 4 балла. Лот 52047. Как кто-то недавно умник какой-то написал. Я уже не понял. Короче, какой-то бред написал по номеру лота. Лот, вот он совпадает. Кузов 4 балла, 72 тысячи пробег. Прошел по рынку, посмотрел все автомобили, все вицы. Есть варианты, которые можно предложить. Есть их не так много, именно белого цвета. Все-таки остановились, чтобы цвет был белый, да. Не так много такого цвета, не так много той комплектации, которая нам нужна. Есть несколько автомобилей по городу. Сейчас поеду смотреть по городу, буду вам показывать. Я думаю, мы нашли то, что искали. Вот он стоит, красавец. 18-й год, все как хотели, беленький цвет, повторители, сонары, резина лето, мультируль. Я его уже посмотрел, автомобиль, он хороший, он целый, не битый, не крашеный. Сейчас мы его помоем, специально приехали на мойку. Пробег 64 тысячи, полный руль. Погодка у нас такая сегодня. Сейчас отмоем его полностью, посмотрим и будем делать отчет по автомобилю. Появился у нас очередной подбор автомобиля. В принципе, скажем так, исполнили все пожелания, то, что хотели. Это ВИЦ, 18-й год, предпочтение был белый цвет, чтобы были сонары, чтобы была камера заднего вида, все системы безопасности и, конечно, это полный мультируль. Значит, пробег на автомобиле 64 тысячи, автомобиль целый, он не битый, он не крашеный, 4 балла, пробег 64 тысячи. Пойдем покажу сейчас состояние салона.
Итак, собственно, ВИЦ, да, как я уже говорил, ну, по мне, это автомобиль для, скажем так, для начинающего водителя. По большей части это именно женский автомобиль. Хотя, поверьте, мужиков тоже хватает, которые катаются на ВИЦах. Такой, знаете, эргономичный, красивый салон, темный салон. Я очень люблю, когда салоны идут темный, руль идет простой. Здесь есть кнопки управления, значит, музыкой. Также можно подключить телефон. Автомобиль идет с двумя ключами. Один ключ с чипом, да, открыть-закрыть. Второй ключ идет простой. Есть комплектации, я уже показывал, то, что идут на кнопки. Вот, нам они, скажем так, немножко не подошли. То есть есть какие-то нюансы, есть когда вот у тебя кузов идет, весь он клевый, да, прям клевый, хороший кузов. Но вот салон не нравится. Мы ищем такую золотую середину, ближе к идеальному. То есть здесь у нас хорошее состояние кузова, и здесь мне нравится очень хорошее состояние салона. Так, про кнопочки я вам сказал. Кстати, обратите внимание, дворник на этих автомобилях, он идет один. То есть не два дворника, а именно один. Значит, также установлены сонары. Вот здесь система у нас безопасности идет, автосвет. Печка у нас накрутилась, как коробка передач. Вариатор. Вот сейчас покажу, что на втором ряду сидений. Собственно, второй ряд сидений, чистые дверные карты, чистое сиденье. Вот здесь ни царапин, ничего нет, ковры, документы все проверяются, все проверено. Все проверено. Метла. Багажное отделение тоже в очень хорошем состоянии. Есть у нас запаска. Смотрите, да? Какой пластик. Испачкали немного автомобиль, испачкали. Пока ехали. Кстати, работа продолжается, работа идет постоянно. Машины грузятся. Собственно, вот он, двигатель, тоже подкапотное пространство, здесь все проверено, все болты целые, не сорваны, ничего здесь не откручивалось, не крутилось, не снималось, машина обслужена, аккумулятор поменялся на 56 тысячах, плюс есть, я не знаю, там целая портянка, да, по обслуживанию автомобиля, такое попадается, но довольно редко. В общем, стоимость автомобиля 785 тысяч рублей. Это нормальная цена за этот автомобиль. Зная то, что будете писать там дорого, недорого, мы выбираем хорошие автомобили. Есть автомобили подешевле, с таким же пробегом, тоже целые кузова, но, говорю, где-то вот есть какие вороны летают, где-то какие-то нюансы там, либо салончик, да, либо ржавчинка какая-то, либо еще что-то. Цена на этот автомобиль, она хорошая. Итак, автомобиль поедет у нас в город Волгоград. Друзья мои, на сегодня все, будем заканчивать. Кто еще не стал постоянным подписчиком, просто зрителям, обязательно подписывайтесь, обязательно комментируйте, пишите комментарии, абсолютно любые комментарии, плохие не надо, пишите хорошие комментарии. Вот, напоминаю, я могу вам проверить автомобиль, штучный осмотр, могу вам найти автомобиль, допустим, как вот этот поиск без клиента. Вы можете приехать, прилететь в город Владивосток, можем вместе с вами найти автомобиль, и мы можем привезти вам автомобиль с аукционов Японии. За более подробной информацией обращайтесь ко мне. На сегодня все, всем хорошего настроения, друзья, всем пока.